Всем привет, с вами Кейн, и с вами продолжаем проходить Fable 3. В прошлой серии мы увидели катастрофу, самую настоящую катастрофу. Здесь разбился монорельс, и причиной, собственно, этой катастрофы, видимо, являлись хоббы, которые проживали под этим монорельсом. Непонятно, правда, как они это все подстроили, да ладно. Страшных, кстати, тварей, и выглядят они довольно интересно. Судя по всему, перебили также немало стражников, потому что стражников военных и одели, собственно, в их одежду. Так, да ладно. Блин, жуткое реально место, смотрите, как оно выглядит. Цепи с потолка свисают, там куски мяса какие-то. Столик. Видимо, обеденный ихний. Привет, Тедди. Как поживаешь? Так, ладно, пойдемте вперед. Вообще, в Альбионе ход легенды, то, что хоббы — это дети, которых, собственно, эти хоббы самые похитили и как-то их там превратили с помощью темной магии в этих маленьких, ужасных и отвратительных созданий. Ладно. Так, сундучок. Я быстрее заметил, Шурик. Самый обычный сундук, да? Да. Татуировка древнего королевства на правой ноге. А, находясь в убежище, в гардеробной можно носить татуировки. Окей, мы знаем. Слушайте, а давайте сменим реально наш образ. Спасибо, Джаспер. Всегда приветствуешь нас, да? Так, что я хотел? А, мы довольно долго, на самом деле, ходили уже в этом костюмчике принца, и он мне порядком доел. Давайте посмотрим. Теперь нет проблем с выбором одежды. Я искренне на это надеюсь. Проблема, на самом деле, все еще актуальна. Форма неглушевского солдата. Выглядит, конечно, интересно, но... Может, мы хотим одеться как... Нет, как женщина мы не хотим одеваться, особенно... Как называется? Пижама. Женская ночная пижама. Аварианский мужской костюм. Выглядит, кстати, тоже довольно странно, на самом деле. А это что за костюм? Костюм вольный, понятно. Слушай, Джаспер, ты меня обманул. У меня тут проблемы с выбором. Не так-то уж и много костюмчиков. Наряд для зимних праздников. Одна шапка. Костюм собаки. А давайте оденем аврарианский. А, это женский даже костюм. Господи. А мужского у нас нету? Аврарианского. Вот мужской, да? Да, вот мужской костюм. What a finely tailored room. А ты ничего не хочешь сказать вот про этот костюмчик аврарианский? Как-нибудь это прокомментировать, нет? Так, мы разделись. О, у нас там шрам такой, смотрите, уже на груди. После нашей смерти. Туловище, руки, ноги, обувь. Так, окей, аврарианский. Выглядит... А, я вспомню, кто такие аврарианцы в Альбионе. Ладно, неважно, есть тут такая раса, если я начну сейчас рассказывать про них, то, наверное, это будет спойлером. Да ты что, ужасные штаны на самом деле. Мне еще побрили на лысо, да? Ладно, выглядим мы, конечно, ужасно, да ладно, давайте походим... Хотя бы одну серию в этом костюмчике. Перекрашивать мы его не будем. Пускай таким и останется. Так, что еще тут есть? Одуванчик, господи. Прически, да? Лысый ужас. Мне кажется, под наш костюмчик то, что надо, да? Давайте оденем. Волосы. Надеть. Ничего не изменилось, по-моему, да? Decided to go with a more traditional look, have we?
Нет, появился сзади он хвостик такой страшный. Окей, что еще можем сделать? Еще мы можем... Макияж. Нет, не можем макияж. Нет у нас макияжа. Волосы на лицо. Только это ужасная бородка наемника. Не хочу. Вот, татуировки. Вариантская татуировка, полный набор. Татуировка наемника, полный набор. Бля, тут нельзя, кстати, камеру приблизить. Жаль. Так-то любопытно, что там. Мне вот там возле сердца какое-то сердечко нарисовано. Череп на ноге, да? Проткнутый копьем. Древнее королевство. Это что? Индустриально. Ладно, без татуировок, пока мы и так достаточно ужасно на самом деле выглядим. Эти штаны, это, конечно, что-то с чем-то. Да есть у тебя тут другие дела, посмотри, как я теперь выгляжу. Будем надеяться, что где-нибудь вот здесь мы найдем что-нибудь достойное. А варарианцы определенно знают толк в одежде. Знаете, вот во многих РПГшках вы одеваетесь так, то есть вы подбираете всегда наилучшую экипировку, то есть лучшую по характеристикам, которая дает больше нужных вам статов. Fable это исключение, то есть здесь вы одеваетесь в то, во что хотите. Но как бы это странно ни было, но в обоих случаях вы выглядите ужасно. То есть, что в классических RPG, там, где одежда дает какие-то статы, что здесь. Ладно, неважно. Завоевываем, знаете, репутацию среди народа аврарианцев. Они должны поддержать нашу революцию. Блин, жуткое на самом деле довольно место, но... Но у меня есть надежда, то, что мы найдем здесь что-нибудь полезное, что-нибудь клевое. Золотой ключ, например, да? Он же где-то спрятан, где-то вот в морской долине, а это... Что это там? Standing behind your fancy magic, don't you? Yes, that's right, I'm talking to you. Вот сволочь. Хобби-маги, да. Те самые страшные твари, которых я не люблю, наверное, больше всего. А ржут еще над нами, сволочь. Пошли, Волтер. Найдем другой путь, надерем им задницу. А аврарианцев это ничто, ничего не остановит. Ну, людей в аврарианском костюме тоже. Так, Уолтер за мной не пойдет, да? Есть подозрение, то, что он не умеет плавать. Ладно, не важно. Эликсир замедления времени. Выпей этот эликсир, чтобы применить заклинание замедления времени. Да, мы знаем, в принципе, пользовались уже не раз. Привет, ребята. Am I disturbing your concentration? Так. Что я бегаю-то? Давайте биться. А, ну да, что ж, противные твари, я забыл, вас легче расстреливать, чем драться с вами. Воу-воу-воу. Хоп-скелет. А, так точно, тут же маг где-то стоит. Вот он, тут паршивец. Надо мага быстро убить. Иначе он нас тут достанет.
You've really got a knack for bashing ops. Ай-яй, нам, кстати, нельзя умирать, у нас довольно много печатель гильдии, и умереть сейчас будет очень-очень кстати. Вау. Это было круто, на самом деле. Очень круто. Тихо-тихо-тихо, спокойно. У меня 50 на печать, не надо меня убивать. Хорошо? Хорошо. Мага, видимо, Волтер добил. Этот костюм, конечно. Ладно. За прохождение, я думаю, мы походим во всех костюмчиках. Ну, так, чисто, знаете, по фану. Чтобы вы посмотрели, как они выглядят и так далее. Тайник. Аврарианские раскопки. Интересно, а тут есть костюм Терезы или что-то в этом духе? Или костюмчики из первой части? Эликсир здоровья. Очень, кстати, очень даже кстати этот эликсир. Сразу же его используем. Оу. Now this. This I wasn't expecting. There must have been a whole city down here once. You don't think the hops built it, do you? Not with those stubby fingers. There must be a way out through here anyway. Да, действительно, вряд ли это построили хоббы, точнее всего, это город Древнего Королевства. Такие, знаете, руины. Помните, во втором Фейбле был такой момент, то что разбойники взрывали мост, стояли на другом конце моста, но нам, естественно, надо было туда попасть. И мы так стояли на краю моста, и разбойники такие кричали, типа, прыгай, прыгай. Эх, ладно. Вряд ли кто-то из тех, кто смотрит этот, эту серию, смотрели прохождение Fable 2. Не так-то уж тут и тихо, знаешь. Тут уже где-то сидит маленький паршивец с длинным-длинным носом и хитрой такой улыбкой. Рубин, прикольно. Где этот поганец? Он где-то там. Да успокойся ты. Almost like that was going to happen. Арена? Блин, надо было печать, наверное, потратить. Ах. Так, я могу туда зайти? Нет, я не могу там зайти, они там отгородились каким-то барьером, придется избавляться от этих лукашей, видимо. Прям, знаете, настоящая арена, у нас там даже комментатор есть в виде этого гномика-гоблина. Гномика-горгульки, точнее. О, это уже серьезно, слушайте. Я до тебя доберусь, мерзавец. Рано или поздно. Знаете что, я очень опасаюсь то, что я умру как-нибудь так глупо и потеряю все свои заработанные с таким трудом печати гильдии.
Эти вот ребята бьют, кстати, довольно больно. И тоже любят блокироваться. Давай, до свидания. Сволочь. Убиваем все, что движется. 200. Отлично. Вот и маги, да? Надо от магов как-то избавиться. Причем срочно. Какие-то еще заклинания кастуют, слушайте. Так, замедление времени мы быстрее. И давайте их под нового забьем быстрее. Быстро, быстро, море, пожалуйста. Я уже слышу то, что сердце бьется нашего главного героя, ему уже плохо. Блин, дайте мне хотя бы парочку секунд, знаете, спокойно, чтобы я мог кастануть. Нет, не дадут мне кастануть ничего. Будем отстреливаться тогда. Блин, в следующий раз реально, перед началом какого-нибудь сюжетного задания, надо будет закупиться эликсирами буквально на все деньги и не заниматься вот такой вот ерундой, как я сейчас занимаюсь. Так, один маг там, кажется, скончался. Причем в довольно такой забавной позе. Да что ж у вас так много-то, твари? Наконец-таки, хотя бы один сдох. Будет меньше призывать. Так, где остальные? Вот они остальные. Не-не-не-не-не, не надо. Зелий у меня, походу, уже никаких нету. Нет, нет. Живи. Наконец-таки он вроде сдох, нет? Ты что, жив, тварь? Добить. Отлично. О, прям в спину так вонзили. Домик там усердно что-то говорит про то, что типа ты умрёшь в этом духе. Нет, Резон, только не сейчас. 102 медальки, я могу его убить, гномика? Да, могу. Или нет? Да заткнись тоже. Нет, я не смогу его, видимо, сейчас убить, надо войти в портал. Тереза призывает. Окей, ладно. Очень, кстати, вовремя. Сейчас потратить все эти медальки, которые мы так усердно пытались сохранить. И, в принципе, у нас-то удалось, да. Усилия потрачены не впустую. Путь к власти. You have overcome an important test. A good leader must always be ready to face the unknown and to seek new paths. Your defeat of the creatures in this cave will be told throughout the land. А, такой вопрос, кто разнесет этот слух о моей победе? В этой пещере был только я и Уолтер. И Хоб, конечно же. Ну еще гномик. Гномик будет обо всем этом рассказывать. Знаете, он такой себе, скажем так, оповеститель.
Ладно, неважно. Сейчас у нас тут появится ужасная статуя, которая будет выглядеть точно так же, как мы, да? Да. Там же лицо такое страшное. Ладно. Так, что у нас тут? Заклинание вихрь. Что? Плетение заклинаний. Получи способность комбинировать заклинания, надевая две рукавицы. Круто. Беру. 50, правда, этих? Печать Ильгидии. Окей, окей. Так, дальше. Предприниматель, научись торговать и управлять собственным магазином, и скоро станешь владельцем целой бизнес-империи. Круто! Пригодится, кстати, нам способность. Будем покупать сначала маленькие лавки, там, заниматься торговлей, повышать цены, все в этом духе. Так, заклинание вихрь. Заклинание вихрь вызывает смерч, поднимающий врагов в воздух. Он кружит и шевряет их, не давая атаковать тебя. Классное заклинание, но дорогое, блин. Комплект красок. Ну, это меньше всего меня интересует, на самом деле. Тут сундук какой-то остался закрытым, да? Заклинание «Ледяная буря». Обрушивается на врагов. Остальные у нас открыты, да, сундуки? Я ж ничего не упустил, ничего тут не оставлял. Нет, видимо, все остальные открыты. Окей. Знаете что? Я, наверное, возьму заклинание... заклинание вихрь. Вызывает смерч, поднимающий врагов в воздух. Он кружит и шаряет их, не давая атаковать тебя. Описание интригующее. Ну... Не факт, что он будет работать, конечно, так же хорошо, как и описано. Но будем на это надеяться. Угу. Ну и комплект красок купим на оставшиеся медальки. Почему бы нет, да? Все равно у нас там мало здоровья, и мы где-нибудь умрем. Отлично. Можно возвращаться. Кстати, тут можно даже посмотреть, сколько примерно нам еще проходить игру и... Что-то как-то мало ворот осталось. Игра. Я насколько помню... Ладно, неважно. Просто, по-моему, Fable 3 не такой уж короткий, знаете. То есть его проходить и проходить. Много всяких побочных интересных квестов и всего там духи. Мне не хотелось бы, чтобы игра быстро закончилась. Помните, мы сколько проходили Fable 2, сколько проходили Fable Anniversary? Там? Мне, насколько я помню, было очень-очень много серий. I don't think you're going to find a way round this time. But I've got some magic of my own. Watch and learn. Boom! Бедняга. Инфаркт. Научишь этому приемчику меня? Уолтер. Так, ладно. Гномик, мы с тобой не закончили, да? До свидания, маленький поганец. Я тебя довольно долго слушал, твои ужасные речи. Так, дальше, в убежище. Давайте скомбинируем магию. Латные рукавицы, конечно же, вооружейные. Спасибо за напоминание. А где у нас оружие? А, вот оно, вот оно, вот оно. Now, each gauntlet is capable of casting a particular type of spell. By wearing a different gauntlet on each hand, you can unleash a devastating combination of powers each time you cast. Так, ну у нас сейчас три заклинания. Это заклинание вихрь, заклинание шок, которое у нас используется, и огненная рукавица. Есть такая идея. Давайте попробуем комбинацию огня и вихря. То есть они будут летать вокруг нас, и при этом их будет дамажить огнем.
Не знаю, правда, как это будет работать, но да ладно. Так, давайте оденем вихрь в эту руку. Тут такое же описание, две звезды. Тебе отличный вкус, да погоди, сейчас будет все еще круче. И вдобавок огненный шар. Огненный шар плюс вихрь. Вот так вот, да? С рукавицей клинков хорошо сочетается. Ну, будем надеяться, то, что с вихрем тоже будет неплохо сочетаться. Хотя... Чисто так, если по логике порассуждать, да, то... Много внимания. Если так чисто порассуждать, то вихрь будет гасить огонь, и он не будет наносить никакого урона. Да ладно, посмотрим. Заклинание клинков. Но мы такого, по-моему, даже не встречали еще. А шок с чем хорошо сочетается? Нету подсказки. Ладно. Any other business to attend to? Да есть у меня другие дела, Джаспер. Я вот, знаешь что? Хочу переодеться. Этот аврарианский костюм. Я хотя правильно произношу это слово? Аврарианский, да, мужской костюм. Меня, быть честным, уже бесит. Костюм робота мы одевали, хотя называется кираса рыцаря. Форма неглушельского солдата. Давайте походим в костюме собаки. Ну, так, чисто опять-таки по приколу. Все предметы выглядим ужасно. Ну да ладно. Возможно. Шурик, я твой старший брат. Где ты? Man's best friend, as they say. Now, I was never quite sure whether that meant after all human friends have been considered or before. Так, ладно, Джаспер, мне пора. Давай. Шурик, как тебе мой наряд? Погоди. Шурик. Шурик, тормози. Почему я не могу с ним взаимодействовать? Ладно, видимо, из-за того, что мы на задании. Этот бедный Хоп, которого хватил сердечный приступ. Самая нелепая смерть, пожалуй, для Хоба. Так, ладно, если есть какой-то тайный проходик, там на река стоит сундучок или что-то в этом духе. Подземный тайник. Аметист, понятно. Там какой-то ачивмент, кстати, сделали. 50 из 50 сокровищ раскопали. Знаете, мне в последнее время начинает казаться, то, что эта игра даже не столько про революцию, сколько про поиск сокровищ. Причем самых разных мастей и пород. Ох, тут еще какой-то проходик есть секретный. Куда, интересно, нас приведет? Сундук. Заросший такой, кстати, древний. Все герои Альбиона проходили мимо него. Так, ключ техника. Главный ключ техника концерна Ловкача. Только для служебного использования. Класс. Так, ладно. Уолтер, куда мы пришли в итоге? Ого. Это что за место? Так, я боюсь то, что я там застрял на самом деле. Горе... Что там было написано? Горлесия? Или что-то в этом духе?
Потрачено денег, почти 2000 потратили. Применяя заклинание, отклоните левый меньшостик, бла-бла-бла. Горе лесье, понятно. Найдите союзников в горе лесье. Легион пустотелых, здание начато. Понятно. Так, и знаете что, давайте... You can almost smell the sunlight. Isn't it wonderful? The damp, muggy, soggy sunlight. This is Morningwood, all right. I hope the people we're looking for are still alive. Why wouldn't they be? Because, come nightfall, it's one of the most dangerous places in Albion. Well, I don't know about dangerous, but I'm starting to get a rash. Bloody swamp. Проклятое болото, смотрите, какой у нас радиус поражения, а магия все накапливается и накапливается. Воу, воу, воу. Выглядит это реально угрожающе. Ладно, Ултр, пошли. Горе лесье. По-моему, довольно приятная такая локация. Лесок, водичка. Даже, знаете, это не похоже на болото, вода течет. Это небольшая такая речушка. Ну, не река, как их называют-то. Маловодные реки. Бриллиант. Вау. Классно. Давненько мы находили бриллиантов. Такое ощущение, что в этих лесах живет какой-то местный Робин Гуд. Не, серьезно. Я вот уже жду то, что... Что там такое? То, что кто-нибудь спрыгнет, знаете, с какого-нибудь дерева в такой шляпе. Робин Гудской. С луком. Хотя нет, тут уже не те времена, тут уже все с мушкетами, пистолетами и все в этом духе. Так, эликсир замедления времени. Да, я вижу, вижу то, что сундук, все в этом духе. Жемчуг, вау. Обычно драгоценный камень. Можешь продать его скупщику или подарить. Ну, как обычно. Первый раз жемчуг находим. Камыши, а что это такое? Какая-то чаша. Ладно, вряд ли она для нас кажется полезной. А знаете что? Союзников в этом горелесье мы будем искать уже в следующей серии. Потому что сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами, как обычно, был Кейн. Всем удачи и пока!